Карамба ТВ представляет. Здорово, короче, теперь я в Лос-Анджелесе, погнали. Как думаете, что будет, если объединить два экстремальных предмета для спорта? Такие, как батут и скейтборд. Go. Да его просто сдуло нахуй! Ему повезло, еще бы чуть-чуть выше, он бы в стекло попал. Это был бы двойной фейл. А пока только одинарный. Но парень решил не останавливаться на достигнутом. Go. Do it again. А вот и дубль. Такое ощущение, что у них просто с первого раза не получилось. Они планировали это изначально и репетировали выражение лица, с которым мальчик будет объяснять, что это все случайно вышло. Broken window. Сразу видно, что снимал другой ребенок, потому что никто не матерится. И посмотрите на дверь. Упс. Интересно, это тоже он ее так изувечил? Эх, такие моменты хочется пересматривать снова и снова. И с каждым разом они будут только веселее. Вообще, это мой скейт. Все мы прекрасно знаем, что самые главные высококвалифицированные специалисты рождаются на пьяных застольях. Но иногда это доходит до маразма. Как в тот раз, когда Ньютон настолько упоролся, что открыл закон всемирного тяготения. 23-24, блядь. Понятно, что нахуй. Блядь, сука. Блядь, баран или кто нахуй? Вова. Вась. Я вам еще раз объясняю. Вова, Вов. Я вам еще раз объясняю. Одно слово. В договоре, в самом заду, тонко написано, что, блядь? Я ебу, что ли? Там написано, банк имеет право менять условия договора в одностороннем порядке. Пошел в жопу, блядь. Хотите узнать, о чем они спорят? О кредите в 20 рублей. Тысяч. Просто у мужиков модно отбрасывать три цифры в конце. Как? Как в таком споре появляются такие эпичные фразы? В договоре, в самом заду, тонко написано, что, блядь? Я ебу, что ли? Там написано, банк имеет право менять условия договора в одностороннем порядке. Пошел в жопу, блядь. Было бы прикольно, если бы дипломаты и экономисты при крупных сделках также бы общались. Посылаешь сразу нахуй представителя банка, если он неправильно процентную ставку рассчитал. Они меняют только сумму. А тебе сумму не меряют. А сумма, они тебе оказывают доверие. Очкарик, и то нахуй, очкарик. Здесь прям маленькая модель системы, смотрим. В центре главный инвестор, слева поддакивальщик, справа очкарик, который разбирается, совсем справа скептик. Хотя что-то мне подсказывает, что так работает каждый второй банк в нашей стране. Ладно, хуйню несу. Так работает каждый банк в нашей стране. Мы лишь попали на один из самых скучных будничных дней офисного планктона. 23-24, блядь, понятно, что нахуй. Блядь, сумма. Блядь, баран или кто нахуй? Вова, Вась. Я вам еще раз объясняю. Вова, Вов. В договоре, в самом заду, тонко написано, что, блядь? Я ебу, что ли? Там написано, банк имеет право менять условия договора в одностороннем порядке, пошел в жопу, блядь. Еще мне нравится вот этот момент. У меня есть 20 рублей, 20 рублей у меня есть. Все, мне не надо больше. А зачем ты? Ты если хочешь мне дать больше, ты меня спроси, да я тебе дам. Вот она, настоящая золотая молодежь, сорящая деньгами налево и направо. И даже не сомневайтесь, к чему бы ни вели их дискуссии, все равно все закончится дракой. Я почти уверен, но с такой-то юридической подготовкой они потом точно разгребут все последствия. Советую всем внимательно следить за тем, то, что вы едите. Я сейчас говорю не о калорийности или вредности продуктов, нет. Я говорю о... Печеньку сожрать. О! А это как понимать? Ой, блядь! Сука! Хедшот, контртеррорист свин нахуй! Решили покончить жизнь самоубийством, но не знаете, как это сделать? Печенька! На вооружение страны выделили деньги, а их разворовали? Не проблема! Печеньки! Ты начинающий ниндзя, не зная, с помощью чего тренироваться? Печенька! Вообще, давайте разберем, как так получилось. Печенька могла обидеться на его «это как понимать» и решила показать ему, насколько она крутая. «Это как понимать?» «Это печенька!» Ну и последний мой вариант. Умом печеньку не понять. Кстати, произойди это тут, в Америке, он бы мог подать на печеньку в суд и отсудить у нее 300 печенек. В метро можно встретить кого угодно. Пафосных бомжей, безногого, у которого в конце рабочего дня вырастает нога, Иисуса. И даже таких персонажей.
чуваки вообще по беспалеву решили выйти погулять со своим растением. Только, походу, это не их растение. Это их повелитель. Хотя что это я делаю поспешные выводы? Может быть, это ботаники, которые открыли новый вид растений и везут его в лабораторию? Кожаная куртка, бейсболка на голове, у обоих потерянный взгляд, сомнений нет, это ботаники, которые уже лет 10 курят листья этой пальмы. Что бы они делали, если бы к ним полиция подошла? Здравствуйте, лейтенант Залупин, что это у вас в руках? Это наш друг Борис Сергеевич. А, ясно, всего хорошего. Это они еще на мелкую пальму смотрели. Представляете, как бы они охуели, если бы вот такую увидели? Хотите узнать, что еще, помимо того, что они сидели и смотрели на цветок, случилось на видео? Ничего не случилось. Они тупо сидели и смотрели на цветок. У меня есть подозрение, что они уже не первый час по кольцу катаются. Может, даже не первый день. Если подложить романтическую музыку, то получится неплохое видео про любовный треугольник. Он и цветок. Неплохое название для голландского документального фильма. Вы всю неделю думали, что ж показывал вот этот чувак. В общем, мне понравились вот эти варианты. А вот этот самый крутой, настолько крутой, что я вообще очень крутой, когда смотрю на него. А теперь правильный ответ. Я повелитель снега. А следующее видео на интерактив нам прислал вот этот чувак. Привет, Макс, привет, 100500. Я Джокер. Угадайте, что я показываю? Ваши самые интересные догадки, а также правильный ответ мы покажем в следующем эпизоде. Присылайте мне видеоответом на YouTube или вот на это мыло то, что вы сами хотели бы показать и чтобы это попало в интерактив. А также не забывайте, что каждый четверг на сайте Карамба выходят эксклюзивные эпизоды плюс 100500. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новые видео, и тогда в Москве станет так же тепло и охуительно, как в Лос-Анджелесе. Вот так. Прям вот очень круто. И тепло. Самое главное, тепло. Это был плюс 100500. Меня зовут Максим. Пока! Жизнь топового блогера – это постоянные вечеринки, угары, веселья, бесконечное количество красивых девушек, реки алкоголя, неисчислимое количество кредитных карт. Перехожу дорогу. Что за звук? Ой, ебать, какая она громкая, бля. Что за звук ебаный, бля? Ебучий вертолет, бля. Че там дребезжит, бля? Бля, этот вертолет заебал, бля. Бля, что за шняга там так? А, это, блядь, там стройка, они, блядь, строят нахуй. Громко слишком строят. Не нравится мне. Что за хуйня?